Соник – золотые украшения. Соник – Филомена. К чему снится золотые украшения во сне по Сонику? Увидеть во сне золотые украшения – огорчение из-за неудачи либо проигрыша. Золотая цепочка предвещает встречу с лжецом, золотое кольцо обещает свадьбу. Браслеты золота символизируют власть и получение новых возможностей. Диадему стоит рассматривать как подарок судьбы. Найти во сне золотые украшения приснилось, что нашли золотые украшения – ожидание крупного везения в реальной жизни. Казавшиеся непреодолимыми проблемы найдут быстрое и простое решение. Возможно получение премии, заключение выгодной сделки. В финансовых делах сопутствует успех. Украсть во сне золотые украшения сон, где вы крадете золотые украшения, предвещает появление сплетен, способных серьезно испортить вашу репутацию. Если украшения украли у вас, следует проявить бдительность и осмотрительность, собственная рассеянность может стать причиной упущенных возможностей в плане отношений, делового предложения. Покупать золотые украшения во сне снится покупка золотых украшений, неоправданные финансовые траты. Совершенные покупки женщины ознаменуются выговором со стороны мужа за излишние траты. Если украшения покупает мужчина, импульсивное приобретение, ведущее к ухудшению материального положения. Подарили во сне золотые украшения подарок в виде золотых украшений. Сомник определяет как удачу в делах, в реальной жизни. Смело принимайтесь за любую работу, вам будет сопутствовать успех, а начатые дела обернутся прибылью и финансовым благополучием. Увидеть во сне много золотых украшений приснилось много украшений из золота, символ мечтания о богатой жизни. Принадлежность украшений не учитывается, если вы к ним прикоснулись во сне, ожидаете получения почетного и ответственного задания. Не стоит заранее переживать, за оправданное доверие будет получена соответствующая награда. Собирать золотые украшения во сне. Собирать во сне золотые украшения ожидаете счастливого поворота судьбы, значительного улучшения существующего материального положения. Впереди вас ждет финансовая стабильность и независимость. Выбирать во сне золотые украшения сон. О выборе золотых украшений выступает благонадежным знаком, предвещающим скорое улучшение материального положения. Ваши денежные доходы многократно возрастут, что позволит ни в чем себе не отказывать и воплотить в реальность давние желания и мечты. Приснилось, что украли золотые украшения снится, что у вас украли золотые украшения, ожидаются неприятные события, возможно расставание с любимым, отмена намеченного торжества. Если известна личность вора, ожидаете нанесения морального удара на его именно этим человеком. Сон также ознаменует возможные проблемы со здоровьем. Видеть во сне золотые украшения с камнями. Золотые украшения с камнями Соник определяют как возможность получить среди окружающих уважение и почет. Если украшения снятся мужчине, они выступают символом лидерства, почета в кругу друзей и родных. Для девушки сновидение означает перспективу карьерного роста. Приснилась золотая цепочка снится. Золотая цепочка – замужество по расчету, брак с обеспеченным и богатым человеком, если украшение присутствует у вас на шее. Кроме этого, сновидение выступает символом зависимости от собственных желаний и страстей. Толкование сна. Украшение. Стрелка направо. Тема сна. Украшение. Драгоценности. Видео. К чему снится золотые украшения? Как у вас появились золотые украшения во сне? Найти во сне золотые украшения приснилось, что нашли золотые украшения, ожидание крупного везения в реальной жизни. Казавшиеся непреодолимыми проблемы найдут быстрое и простое решение. Возможно получение премии, заключение выгодной сделки. В финансовых делах сопутствует успех. Украсть во сне золотые украшения сон, где вы крадете золотые украшения, предвещает появление сплетен, способных серьезно испортить вашу репутацию. Если украшения украли у вас, следует проявить бдительность и осмотрительность, собственная рассеянность может стать причиной упущенных возможностей в плане отношений, делового предложения. Покупать золотые украшения во сне снится покупка золотых украшений, неоправданные финансовые траты. Совершенные покупки женщины ознаменуются выговором со стороны мужа за излишние траты. Если украшения покупает мужчина, импульсивное приобретение, ведущее к ухудшению материального положения. Подарили во сне золотые украшения подарок в виде золотых украшений. Сомник определяет как удачу в делах, в реальной жизни. Смело принимайтесь за любую работу, вам будет сопутствовать успех, а начатые дела обернутся прибылью и финансовым благополучием.
Сколько золотых украшений вам приснилось? Увидеть во сне много золотых украшений приснилось много украшений из золота, символ мечтания о богатой жизни. Принадлежность украшений не учитывается, если вы к ним прикоснулись во сне, ожидаете получения почетного и ответственного задания. Не стоит заранее переживать, за оправданное доверие будет получена соответствующая награда. Что вы делали с золотыми украшениями во сне? Собирать золотые украшения во сне. Собирать во сне золотые украшения, ожидаете счастливого поворота судьбы, значительного улучшения существующего материального положения. Впереди вас ждет финансовая стабильность и независимость. Выбирать во сне золотые украшения. Сон о выборе золотых украшений выступает благонадежным знаком, предвещающим скорое улучшение материального положения. Ваши денежные доходы многократно возрастут, что позволит ни в чем себе не отказывать и воплотить в реальность давние желания и мечты. Что произошло с золотыми украшениями во сне? Приснилось, что украли золотые украшения. Снится, что у вас украли золотые украшения. Ожидаются неприятные события, возможно расставание с любимым, отмена намеченного торжества. Если известна личность вора, ожидаете нанесения морального удара на его именно этим человеком. Сон также ознаменует возможные проблемы со здоровьем. Какого вида вам приснились золотые украшения? Видеть во сне золотые украшения с камнями. Золотые украшения с камнями Соник определяет как возможность получить среди окружающих уважение и почет. Если украшения снятся мужчине, они выступают символом лидерства, почета в кругу друзей и родных. Для девушки сновидение означает перспективу карьерного роста. Приснилась золотая цепочка. Снится золотая цепочка, замужество по расчету, брак с обеспеченным и богатым человеком, если украшение присутствует у вас на шее. Кроме этого, сновидение выступает символом зависимости от собственных желаний и страстей.